Здравствуйте! Вы на канале «Учимся вязать с Еленой». Сегодня мы с вами свяжем вот такой рисунок в шахматном порядке. Он располагается. Раппорт этого рисунка составляет 6 петель и 8 рядов. Для своего образца я наберу 18 петель плюс 2 кромочных, 20 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мы с вами провяжем 3 ряда, 3 лицевые, 3 изнаночных, а затем начнем с первого ряда вязать вот этот первый ряд. По рисунку. Итак, мы с вами начнем с изнаночного ряда. Провязываем таким способом. Кромочную снимаю. Три лицевых, три изнаночных. Три лицевых, три изнаночных. Еще раз три лицевых, три изнаночных и кромочная. Лицевой ряд еще раз с вами провяжем по рисунку. Три лицевых, три изнаночных. До конца ряда. Кромочная. И еще раз изнаночный ряд по рисунку провяжем. Три лицевых, три изнаночных. Итак, теперь мы с вами будем вязать по рисунку. Итак, начинаем вязать по схеме. Кромочную снимаем, делаем накид. У нас здесь с вами 3 лицевые, нам их нужно провязать вместе. Как мы это делаем? Первую и вторую петлю меняем местами. Теперь подхватываем 3 петли и провязываем их вместе. Делаем накид. У нас с вами здесь были лицевые петли. Их провязываем теперь. Изнаночные петли были. Их провязываем лицевыми. 3 лицевых. Накид. Меняем местами первые 2 петли. Подхватываем 3. Провязываем вместе. Накид. 3 лицевые. Накид. 3 вместе. Накид. 3 лицевые. Кромочная. В изнаночном ряду изнаночные петли провязываем изнаночными, 3 изнаночных. Там, где у нас был накид и 3 вместе, мы провязываем лицевыми. Так как рисунок у нас располагается в шахматном порядке, мы меняем местами лицевые и изнаночные петли. Кромочная. Лицевой ряд повторяем также по рисунку. 3 лицевые, 3 изнаночные.
кромочная. Еще раз провязываем изнаночный ряд. Петли провязываем по рисунку. Где лицевые, там лицевые. Где изнаночные, там провязываем изнаночные петли. Кромочная. Сейчас в лицевом ряду мы с вами повторим провязывание 3 вместе. Итак, кромочная. Там, где у нас были изнаночные петли, мы их провязываем лицевыми. 3 лицевых. Где были лицевые петли, мы их провязываем вместе. Накид. Меняем местами. Провязываем 3 вместе. Делаем накид. 3 лицевых. Накид. Меняем местами. Провязываем 3 вместе. Накид. 3 лицевых. Накид. Меняем местами. Накид. Кромочная. Вот в таком шахматном порядке у нас располагаются ряды. Изнаночный ряд. Там, где мы провязывали накид, 3 вместе, провязываем лицевыми петлями. 3 лицевых. 3 изнаночных. 3 лицевых. 3 изнаночных. Так до конца ряда. Кромочная. Вот такой вот рисуночек получается. Я сейчас провяжу еще раз с вами еще один раппорт. Итак, еще раз провязываем 3 лицевые, 3 изнаночные. Кромочная. Изнаночный ряд повторяем. 3 лицевые, 3 изнаночные. Кромочная. И сейчас вновь мы с вами будем провязывать 3 лицевые вместе. Кромочную снимаем, делаем накид, меняем местами петли 2, провязываем 3 вместе, накид. Вместо изнаночных петель здесь мы провязываем лицевыми. Накид. 3 вместе. Накид. 3 лицевые. Накид. 3 вместе. 3 лицевые, накид.
3 лицевые, кромочные. Еще раз изнаночный ряд. Здесь у нас уже провязаны изнаночные петли, провязываем их. Где был накид и 3 вместе, провязываем лицевыми. 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, кромочная. Вот так. Получается такой вот рисунок. Спасибо большое, что вы были со мной. Удачи вам. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще новые видео.